Например, сегодня на официальном сайте Рязанской нефтеперерабатывающей компании появилась информация о том, что собственной экологической лаборатории предприятие установило в 2012 году замеры атмосферного воздуха на территории санитарно-защитной зоны Южного промузла в 99,53% случаев соответствовали нормативам предельно допустимых концентраций. Другими словами, от нас не пахло. Вот вам, как говорится, здрасте. Таким образом, остается лишь посоветовать нашим депутатам Гордумы, например, пустить солодчу под топор и застройку, а курортную зону организовать как раз в санзащитной нефтезаводской зоне. Оказывается, воздух-то здесь чистейший, даже целебный. А что же жители Песочни так сетуют на нехороший запашок по вечерам? Может, это какой-то у них коллективный пунктик? Может, им доктора Айболита какого вызвать? Вот и сейчас у горожан, похоже, обострение. Ночами, понимаете, они делают выброс, когда знают, что никто не приедет и не проверит. Даже ночью, вот открываю, если закрыта у меня комната, потом в другую выхожу, вообще дышать нечем. Это ужасно. Особенно по ночам нельзя открыть форточки. Вот когда последний раз пахло? Да вчера даже вот пахло вечером. Где-то в часов 9:30 вот так, в такое время. А ночью вообще запахнет. Ёлки зеленые, на эту за прошедшую неделю 3 раза дышать вообще нечем. Это вообще идиоты какие-то. Хоть бы он сгорел, что ли, этот завод проклятый. И никто ничего не чухает. Ничего. Дышать нечем. Ну ладно, мне скоро подыхать. А такие? А не напомнить ли сотрудникам собственной экологической лаборатории РНПК, заодно его начальству, заявление губернатора Олега Ковалева, сделанное на прошлом заседании регионального правительства?